Фух, привет всем, с вами канал Артмания. Ну, наконец, я приготовила свой стол. С этой стороны бардак я уже не стала убирать. А вот тут вот то, что я рисую. Поставила такую штучку, это из-под вентилятора Дима снял. Вот, и себе тут фонариками, смотрите, какая обстановка офигенная. И там у меня свечка горит, все мигает. Все прям вообще супер. Вон там он тоже мигает офигенно. Мне прям нравится. Нравится. Включила себе музыку ВКонтакте. Музыка у меня прям с басами такая играет. Шоколадка. Тут еще где-то есть шоколадка одна. Вот она. Мне еще киткат тоже туда надо положить. Шоколад. Хотя меня муж сказал, что сейчас накормит попозже немножко яичникой. Как раз я сейчас, наверное, нарисую карандашом свой рисунок. У меня сегодня будет, кстати, рисовать я абрикосы. Вот. И у меня такая по три картины оранжевых. Хурма, абрикосы и лимон. А нет, груша оранжевая у меня будет. Вот такими вот рамочки я уже купила. Вот там вот все повешу себе, надо только прибраться. Вот. Короче, рисуем. Девочки, рисуем. Покушали. А теперь смотрите, что в холодильнике. Женя убирался, называется. Макарон уже вся высохла. Крышку решила, что Дима... Ой, Женя не ставится. Здесь это вот так. А кто мое масло-то трогал? Маслица. Тут так. Так, ну это я положила. Здесь так. А тут вот так. Тут так. Слойки здесь. Не знаю, меня больше всего вот это поражает. Вот эта полка. Такого нигде не увидите точно. Ну, это еще можно увидеть. Да. Ой, блин, спотыкнулась. Смотрите, какая красота. А? На шкафу образовалась. Там темно, тут зеркало. А какая радужная здесь она. Красивая. Тут зелененькая чуть-чуть. Oh.